Здарова всем, ребятки, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я покажу самый сильный клан в мире, и мы вместе с вами рассмотрим его статистику, участников и так далее. Поэтому, дружище, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на мой канал. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну и конечно же, самый сильный клан в мире — это Snake Army. Ребята, вы сколько видели игроков с такими приставками Snake Army? Ребята, это просто машин для убийств. Особенно посмотрите на аватарку этого парня. Посмотрите на его КД-006. Ладно, ладно, это шутка, это шутка. Настоящие чемпионы мира по киберспорту, по всем видам спорта — это киборги, потому что в этом клане есть фермер. Ну, то есть Кент АПК. Ладно, я брата рофлю, все больше не буду. Ну а если без шуток, то чемпионы мира и самые сильные игроки мира состоят в клане Horizon. Правда, чтобы найти этот клан, надо написать Horizon, а потом черточку. Не путайте, вот это фейки, ребят, посмотрите. А это, короче, нубы какие-то. Вот это самый настоящий клан Horizon. А, подождите. Пишите HZN, черточку, и вот они, Horizon, Horizon eSport. Вот он, тот самый клан. Я, ребятки, предупреждаю сразу, что это действительно топ-1 клан, потому что сейчас некоторые начнут писать в комментариях, типа, да не, клан фермера лучше. Ребятки, это факты, это топ-1 клан. Он всегда выигрывает почти во всех турнирах, поэтому клан Horizon — топ-1 клан. Ну что же, давайте смотреть, кто же в нем состоит и что же интересного мы найдем. Лидер данного клана — парень под ником Ронга. Я знаю этого парня, я даже к нему добавлялся, друзья. Правда, он меня так добавлял, как будто он, не знаю, президент страны. Целый час меня добавлял, друзья. Но тем не менее, знаю. Ну что ж, давайте посмотрим на лидера клана. Как я вижу, звание тоже Gold 3. Но в принципе, звание ничего не решает. Тем более, как я смотрю, игр выиграно 7. То есть, в соревновательный режим глава клана, он просто-напросто не играет. КД 1.45. Ну, кстати, неплохо. Нормально КД, одобряю. Плюсик. В общей статистике КД 1.47. Тоже нормально. Любимое оружие — АКР, М16 и М4. Вот я заметил, вот у всех киберкотлет есть М16. Не понимаю, что есть особенного в этом оружии, но тем не менее, очень много игроков его берут. Поэтому, может, и мне стоит попробовать, что думаете? Далее мы смотрим на солидеров клана. Кто такой солидер? Это, знаете, как есть директор магазина, есть управляющий. Так вот, скилл — управляющий магазина. Вот это у меня сравнение, пуля. Ранг мастер. Вот это да, снимаю шляпу. Мое уважение. Еще и старый ID начинается на единичку. Да ты что, процент убийств голову 57%. Ну, ребят, тут без вариантов, парень играет на скилле. Скилл на скилле. Точность с АКР 7%. Алло, скилл, ты что там, слепую стреляешь? А как так? А почему такая низенькая точность? Я этого не понимаю. Зато время в онлайне 3000 часов. Ребята, я просто в шоке. Это получается, он, не знаю, он в сутки по 5 часов минимум проводит чисто в игре. Просто парень красавчик. Вот прям предан своей профессии. Ну что же, смотрим в общей статистике. В общей статистике КД 2.52. Очень даже неплохо. Красавчик. Второй солидер клана под ником I Told You. Давайте посмотрим на его профиль и давайте посмотрим, что же интересненького мы тут увидим. Вижу донатерский медаль. Неплохо. Дальше вижу ранг чемпион. О, вот это мне уже нравится. Точность с АКР 9.2%. Нормально, нормально. Побольше, чем из скилла. Процент убийств голову 55%. И КД 1.71. Вот я сейчас сделаю ставки. Сейчас будет смотреть 2.5 в обычном режиме. Угадал или нет? 2.5? Ого-го, 3.19, вот это да, просто красавчик. Не, реально, очень хорошая стата, вот такая стата и должна быть у типичного киберспортсмена. Также в этом клане есть парень под ником Грейс, и у него не такая аватарка, как у других, поэтому давайте посмотрим, что же интересненького мы увидим. Так, чего? Сильвер 4, камон! Он что там, у них в роли мишени? Или на нем тренирует АИМ? Или он просто у них стоит АФК? Не, ребятки, вот этого парня частота очень плохая. Мне что-то подсказывает, что, скорее всего, он какой-то психолог у них в клане.
Возможно, я ошибаюсь, поэтому никак не хотел обидеть, но мне что-то так подсказывает, что он далеко не в их основе. Просто какой-то психолог или просто на саппорте человек. Но тем не менее, в общей статистике КД 1.99, почти 2.0. Вот это уже более-менее. И процент убийств в голову 53%. Не, ну слушай, нормально, нормально, нормально. Ой, почтенный, сейчас мы дойдем до моего самого любимого участника, это Спейси. Вот этот парниша, он раздает такие хедшоты с М16, вы даже не представляете. Ну что же, ранг чемпион, КД 1.55, процент убийств в голову 60%. То есть, почтенный, ну просто АИМ натренирован по максимуму. В обычной статистике 2.15, любимое оружие АКР, АВМ и М4. Слушайте, так Спейси постоянно играет с М16, я вот не пойму, а где же М16 в любимых оружиях? Алло, обалдеть, я чего-то в этом мире не понимаю. Также в этом клане есть парниша по имени Пин. Давайте посмотрим, что же у него по статистике. Мастер! Мастер, просто мое уважение, снимаю шляпу. Нормально, нормально, нормально. Процент убийств в голову почти 60%. Но я вижу, это прям очень жесткий парниша. Любимое оружие АКР, АВМ и М4. Нормально, нормально, неплохо. Смотрим обычную статистику и тут, внимание! Вот это да! Что? В любимых оружиях Desert Eagle? Да ну, я никогда в жизни не видел, чтобы киберспортсмены играли с Desert Eagle. Обычно всегда все покупают P350. Вот он, Пин, я тебя люблю, я тоже обожаю Deagle. P350 вообще никого не убивает. Deagle просто one love. И процент убийств в голову 72%. Ребят, это прям очень большая цифра. Походу, Пин опасный парень, и с ним лучше не шутить. Также, ребятки, в этом клане есть Детримент. О этом парне я знаю крайне мало. Просто могу сказать только одно, что... Если вы его вызовете на дуэль, то после этого вы вряд ли с кем-либо будете дуэлиться. Ну, почему-то все по дефолту. Правда, ран чуть низенький чемпион, но ничего, это можно поправить. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Я вас прошу только одно. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кента ПК, чемпион мира по чемпиону мира. Всем удачи и всем пока.